Всем приветики, с вами снова Дейдара 2, а не один. Так вот, сейчас мне кажется, что будет довольно-таки интересная миссия сразу после этой, потому что сейчас я выполняю побочную миссию «Поиск бежавших детей 5». Но тут я наткнулся на зомби, это значит, что здесь либо черепа, либо кто-то еще. Это довольно-таки что они тут делают. И здесь где-то должен быть этот пацаненок заодно. Походу, у нас сразу начнется интересненькая миссия. Даже если не начнется, и так прикольно. Он должен случайно там ребенка не зайдет. Это игрушка превратилась в абсолютно другую. Эти решили видеть? Да ладно. А. Волкер. А я-то думал. Вот она, война чужими руками. Ищи шкалу боевых машин. Сва, собирающихся в аэропорту Нового Брага. Колонн состоит преимущество из тяжелой бронетехники. Вот эти два я хочу заметить, это повторы. Их можно, в принципе, пройти сейчас, а можно пройти потом. Я не знаю даже, смотрите их на потом или сейчас пройти. И вообще, что-то мне кажется, что если я сейчас на базу, то что-то должно произойти. Я там все детей, я там все время сейчас ролики и там вот этот чувак, который там учится, ребенок, который походу как же его зовут, ну короче, походу это Линквик первой части, скорее всего, я пока точно не уверен, но он на него похож очень. Проверить. Все боевым группам, это кафе.
повторение старых миссий, непонятно, может и... Может это как-то связано с сюжетом, может и нет. Короче, не очень понятно. В любом случае, как пройду, я думаю, всю игру, все станет понятно и ясно, все станет на свои места. Почему здесь так, почему здесь эдак. Итак, итак. Ту-ду-дун. Классная база, классная база, база, классная. We're having Code Talker continue his parasite research. He's clearly very grateful to you. I'm sure he'll return the favor somehow. Съездил на главную базу. Не знаю почему, но, скажем так, предчувствие, что надо туда съездить. Потому что я помню, иногда просто приезжаешь, и там какое-нибудь событие происходит. Конечно, может и не так. Ну фиг его знает. А вдруг? А вдруг? Пожалуйста. Я об этом подозревал. Пока.